Лось, расскажи нам про заложение. Используйте пластины, мы подзащитные. Что можешь рассказать? Какого хуя? Ты сам нам расскажи. Ты заебал просто один контейнер. Какое-то разнообразие. Хуёвое разнообразие, Лось. Нормально. Очень хуёвое. A few moments later. Отлично. Блин, я вообще-то его ранил, мне кто из другой. Что я ранил? Я ранение поддержку, у меня просто ранение. Давай, Фуч, давай. Спасибо, молодец. Видишь, а ты говорил хуёвый режим. Да, собака, а. Где он? Капкан упакован. Он там, где-то справа. Далеко. Точка может кто-то задранить? Что задранить? Объект. Комнату. Сейчас попробую. Дверь я держу, потому что... Это, блин, с маской парень. С маской парень? Как рубаха парень, это с маской парень. Он в соседней комнате с точкой? В объекте никого нет. Элла в ванной. Нахуй! Элла, да? Да. У меня тоже дробовик. Новая, кстати, какая-то хуйня, когда ты ходишь, где влетаешь в двери окна, и там стоит мина Элла, она тебя не оглушает. Зарабатывает, но не оглушает никак. Говно. Блять, ру... Геодок бежит, давай. У вас там тачанка упасть должен. Убили. Убили. Сейчас полетит, погодите, не убивайте. Ну, Феликс, пидор. Кот, блять. Ну, кот, ты спиздил мой фраг. Тачанка валялся, кстати? Да. Какой кот? Кот коммунист, блять. Вот толкам сейчас. Кот коммунист наш враг вообще-то. Эфира коммунисты, друзья, так что ты зря так громко заявляешь. Кот коммунист помер, видимо. Развалился, я бы сказал. Я люблю ебать мозги. Марк Мани. Третий копер. В туалет не ходит, там горшок или что ли? Будет вверх пробивать, смотреть. Ягер будет пробивать, ты дурак. Он хуярит с оружия дырки, блять, да. Представь себе, нахуй. Поэтому это не я дурак, а он дурак. А ты иди нахуй. Вот так вот, я ничего не понял. Помимо того, что меня нахуй послали, конечно. Самое главное, все услышали. Кио, кстати, забери собаку. Да, я забрал. Собаку? Вы только что в тарк летел? Ренай послал мне щеночка. Дошел он, конечно, целиком, но не в том состоянии, в котором я отправлял. Ну, он был слегка обосранный, немного хотел пить, но в целом... И надкусанный, да, еще это было. Да, почтальоном был. Вонял разложением. Почтальоном. Разложением Почты России. От нее смердит, блядь. Непонятно, что это бабки в очереди воняют. Взрослый пёс. Бабок нюхаешь в очереди. С тобой все хорошо. В смысле, зачем, блять, а то и... Блять, Кио. Что? Что ты так? А зачем еще на почту ходить, Ренай, ты чё? Я тоже не понимаю, блять. Окей, окей. This is fine. Вам в Ульяновске не понять всю прелесть жизни в крупных городах. Быть, у вас там развлечения, конечно. Ну а то все уже просто надоело, наскучило. Санкт-Петербург культурный, говорит. Культурный.
Поэтому в Питере сначала нюхают бабку сверху, потом снизу, а в Москве наоборот. Хуя! Значит, поразительно много знаешь об этом. О, блядь. Жив лишь один противник. За окном была. Из окна. Я жду. Уилл, иди сюда. Я текста дословно не помню, но что-то мне подсказывает. Он был другой. Вот и он, кстати. Пусть. О, пойдемте в Тарков. Лося не затащить Тарков с мерички. Чё с ним не так, блядь? Да, Лось. Блядь, со мной все так просто. Сейчас не хочу. Да сейчас не хочу, блядь. Вчера ты не хочу, блядь. Позавчера ты не хочу, блядь. И когда ты хочу, блядь? Во вторник хочу. Нихуя себе во вторник. Ты только по вторникам трахаешься или чё? Пиздюк захочет. Пиздюк нахер пускай идёт. Да, надо точно заметку вернуть. Я, блядь, запомнил его, этого гандона. Будет один нахуй в Тарков играть. Открываю, блядь, сообщение от Прайкио. Заметка «Пидор» большими буквами. Ой. О, красавчик. Кого убилось? Доку. Дочку еби. Блядь, звучит не так, но... Блядь. Блядь. Ты проебал всё. Кто выбил стену на бейте? Да. И не я. Кто у нас, блядь, смог, блядь, долбоёб? Чё, дурак? Я люблю кого-то. Ну-ка. У кого ещё боты есть, я хуй. Да, камеру на длину не смогу. Где-то прямо подо мной, прямо под люком. Ты что ж делаешь-то, блять? А хуй ты бежишь по ковру, если я только его поставил? Не видишь, что я бегу по ковру? У меня что, блять, глаза на жопе нахуй? Ну... Ты хуёво разбираешься в лосиной анатомии. Нахуй иди, просто иди нахуй. Лошара, блять. Слева на точку. Висит или на крыше? Заходит, заходит. Пошёл мой. Бак лестницы. С лестницы, где бак? Пошел вон. Да. Пошел вон. Нет, нет. Ух, я спасибо, тебя. Фир. Там еще док, аккуратно. Он хотел тебя убить. Кстати, смотрел в бой, Фир? Да. Посмотри. Я посмотри, Арина его посоветовал. Я вижу, каким дебилом он стал. Таким же становится, я не собираюсь. Хотя ради актрисы можно, наверное, голливудскую версию посмотреть. Да, у этой Олсен сиськи получше, чем у двух предыдущих. Фишка двух предыдущих была в том, что они были детьми, когда снимались. Четыре детей. Блять. Это был Ягер на втором. У них не было Ягера. У них только бандит. Последний неотмеченный сасовец. Ладно, ладно, ладно. Не было Ягера, у них только бандит. Ягер такой опасный. У меня такая большая автомат. Он показывал тебе свой автомат.
Покажи, где он тебе показывал. Дал потеребить свои соги. Подготовьтесь к обороне. Так, нельзя. Архивы. Кот заебал, он настойчиво требует, чтобы его нагладили. Утюгом? Наглаживать ты его будешь. На самом деле там нет кота, только чучело от таксидермиста. Так его считать, что он живой. Начнем через 10 секунд. Просто каждый тут 10 минут отъебись, кот, начнем через 5 секунд. Все принимаю свои таблетки. Хочу элитку на ДКЕБе, шапку новую с дискачками. Если бы к ней усы прилагались, то это я понимаю. Дурак. Я Прохаев, да? Фанкеров футболиста. She's incredible, superficial, she's